Всем привет! Начинаю новый влог и именно с покупок с АТБ. Вот такой новенький чай в АТБ был. Делюкс черный, байховый, листовый. Решила попробовать, какой он будет. Именно как листья мне интересно будут раскрывать вот эти листочки. Не сильно они мелкие, потому что я такой чай не люблю. Прям такой праздничная упаковочка такая. Шри-Ланка, так? Дальше купила крекер нежный. Так, надеюсь, пока донесли, не помялся, не поломался, потому что еле выбрала. Там столько упаковок было, и чуть ли не половина переломанных. Йогурт Моряшка выбрала себе. Сметану тоже две упаковки. И бананы. Здесь вроде бы 5 штук. В общем, вот в пакете. Бананы тоже на торт. И упаковку памперсов, подгузников памперс. Не было тех Helen Helper, которые я хотела. Взяла по акции за 198, 30 штук. И вот чек. 351 гривна за все. Памперсы 198, 40 вроде бы, да. Вот такие цены у нас. И то это по акции, по скидке я брала. В основном. Захотелось мне попробовать приготовить тыквенный пирог. Я уже давно на этот рецепт глаз положила. И вот уже, чтобы тыква не испортилась, я ее немножко порезала. Вот нужно для рецепта 400 грамм тыквы, уже порезанной. 2 яйца, 150 грамм сахара. Я эти с сахаром сейчас взбиваю. Потом на блендере перетру тыкву. Так, потом все буду соединять, добавлять разрыхлитель, муку и еще подсолнечное масло надо 70 грамм, а муки 300 грамм. Итак, приступим. Итак, взбила я яйца с сахаром вот до такого состояния. Теперь сюда буду добавлять перебитую тыкву на блендере и подсолнечное масло 70 грамм. То есть или как растительное. Ну вот, смешала все ингредиенты. Теперь отправляю на противень, на пергаментную бумагу решила, чтобы не пачкать форму. Ну вот, цвет такой красивый. Выложила я на форму, теперь ставлю в духовку, разогретую на 180 градусов на полчаса или 35 минут. Буду смотреть. Муж сделал картошку запеченную в фольге, потом достал, доложил сыр, моцареллу и масло немножко. Все, выключать духовку. Я выключу. А, уже выключил. Ням-ням, уже по одной картошке скушали. Марьяшка, Златулька и мы. Домашнее вино немножечко на вечер расслабиться, потому что на вечер я немножко приустала, пол квартиры сегодня перемыла везде, обувь перемыла осеннюю. Теперь в коридоре только по одной паре зимней обуви. И коврик такой вытрусила на улице и помыла его, и под ковриком. Потому что давно что-то никто, руки ни у кого туда не доходили. Ах, картошечка, ням-ням-ням-ням-ням. Что-то левая картошка побольше кому-то будет. Тоби, типа, да? Ну, не знаю, уже наюсь. Может, Маряша за добавкой придет. О, все масло чуть-чуть. Сейчас растает. Ой, как приятно смотреть, когда вот здесь чистенько. А то уже песку сколько. Давай вы выбрасывать, ну, вытрушивать на улице ковер этот. Он такой, типа, на подкладке.
что капец, сколько песку здесь накопилось. Получается, мама последний раз, по-моему, летом вроде бы трусила его, вытрушивала. И наконец-то у меня руки дошли. Теперь моя обувь, мужа обувь, там Марьяшина обувь. Это ведро стоит здесь. Не знаю, куда его убрать. В ванной и так места мало. Мама здесь поставила с вениками, с тряпкой. Я тоже в коридоре, в подъезде, возле дверей пол протерла и тоже ковер там вытрусила. А вот и обувь осенняя. Три пары Марьяшиных. Ботинки, кроссовки, сапоги. Дождевые, ну, для луж. То есть уже в них нет смысла ходить. И я свои помыла. И заметила, пока мыла, что здесь трещинка. Короче, не знаю, буду я в них ходить или не буду уже. И бутыль вина домашнего еще стоит, бродит. Забрали мы его сюда, в город, потому что там холодно, а ему нужно тепло. Уже процежено, бутыль перемыт. В общем, перчаточка и там еще крышка. Для страховки еще перчатку так поставили. Пускай еще дображивает, что он долго бродит. Потом разольем куда-то и закроем. Одна бутылка уже 3-литровая закрыта, вина. В общем, такие вот дела. Итак, буду готовить я желейный торт с крекерами. Для этого мне понадобится сметана, сам крекер, желатин уже растворила я в горячей воде. То есть на 15 грамм желатина 100 миллилитров воды, горячий, примерно температуре 80 градусов. Сам крекер 300-350 градусов, грамм сметаны нам понадобится 500 грамм. Сейчас эту сметану я отправлю вот в форму, где у меня сам и будет тортик. Все делаю вот на весах. Сахара нам надо 200 грамм или стакан, кому как удобно. Так. Высыпаем в нашу сметану сахар. И взбиваем либо миксером, либо вручную перемешиваем хорошо сахар. А также для тортика нам понадобится примерно банан, 2, сколько вы любите, чтобы больше-меньше фруктов было. И 2 мандаринки, либо 2 апельсинки. У нас есть мандаринки дома, поэтому мы мандаринки. Можно вообще без фруктов, чисто сам крекер. Это на любителя. Итак, желатин уже остыл, разбух. Теперь в сам желатин добавляем немножко сметаны, взбитой с сахаром. Берем веничек и размешиваем хорошенько, чтобы наш желатин равномерно растворился по сметанке, то есть в сметанке. Теперь вот эту всю смесь будем сейчас вливать во всю сметану, в остальную, в миску большую. Так, растворился наш желатин. Почему нельзя в горячий выливать сметану? Потому что сметана может свернуться. Ничего у нас не получится. Поэтому нужно подождать, чтобы желатин наш остыл. Хотя бы градусов до 30. Так. Выливаем сюда. И все перемешиваем. Все вместе. Дальше высыпаем сюда, в эту смесь, наш крекер. И не только крекер, а и фрукты. Теперь все хорошенечко перемешиваем в нашей сметанке. Перемешали нашу всю смесь готовую. Хорошенечко выровняли, чтобы дно, получается, вот это будет дно. Выровняли, чтобы было ровненько
вытерли, где замазали, все. Отправляете в холодильник на 4 часа, хотя бы на 2. Ну, будете смотреть по состоянию. Если оно загусло, то уже можно подавать на стол ваш тортик. Как буду подавать и как он получился внутри, увидите попозже. Ну вот, тортик вот такой получился. Готовый. Сейчас порежем на кусочки. Немножко растаял, когда воду вставляла, чтобы освободить от формы. Он уже загус, потому что постоял еще минут 10 в холодильнике. Ну и вот этот тортик в разрезе.